Как жить, я не могу сказать. Но жить, надо сказать, что по совести жить, чтобы уважать себя, уважать друзей, уважать тех, кто тебе помог в жизни, хранить очаг, семейные ценности. Как бы то ни было, мы-то жили в коммуналках, мы воспитаны в коммуналках и жили на 22 рубля пенсию, стипендию, у меня бабушке 29 рублей была пенсия. Очень тяжело. Я греб за 2,5 всю ночь, белые ночи, лодку большую, в котором пела певица и сидел баянист. Деньги давались очень тяжело. Но мы преодолевали это и все-таки были счастливыми. Счастливыми, потому что уважали себя. Вот надо уважать себя. Как не было бы трудно, понимаете, не опускаться до предательства, до низменных каких-то таких поступков.